Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансово-валютного рынка. Однако послабление – это не вседозволенность. В своей работе опирайтесь на международные стандарты, особенно в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как вы знаете, Беларусь занимает 21 место в рейтинге ФАТФ. Борьба с отмыванием денег – 21 место. При этом Россия на 32-м, Швейцария – 35-м, США – 37-е, Китай – аж 84-е место. Однако на примере Белгазпромбанка видим, что работы не початый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках. Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат вашей структуры, ой, какой немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные.